В Югре 145 человек за сутки излечились от коронавируса. За этот же день выявили 140 новых случаев заражения. В Сургуте заболели 40 человек, в Нефтеюганске 13, в Нижневартовске и Нефтеюганском районе по 10 заболевших. Случаи заражения зафиксировали еще в 16 городах и районах округа. На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония. Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки на COVID-19 обследованы 2592 человека. Коэффициент распространения инфекции 0,94.